Пакинские дома. Стою, куда не знаю деться. В боку на утреннем ветру дома похожи на владельцев. По облику и по нутру, кичась былой своей осанкой, они плывут через века. Вот этот дом Исмаилия и Кадора Венеции. Вот этот дом венецианский приплыл сюда издалека, а этот, голову набычив, надежно в землю эту врос, как новоришнефтедобытчик, краеугольный, как утес. Дома красуются в тумане, прохожим молча говоря, то о коварном шоумяне, то о 20 января. Ровесники былых событий, они расскажут об ином, пока очередным указом не обрекут их все на слом. Когда история ветшает, чиновная борзеет рать, их потому уничтожают, чтобы свидетелей убрать на грани вечного безмолвия. В преддверии вечной синевы дома, как люди, гибнут стоя, но не склоняют головы. Люблю я Баку. Есть в нем что-то особенное, никогда не забывающееся. Лучше всего Баку, вышки, цистерны, лучшие духи нефть, а дальше степь, пустыня даже. Я взялся писать и о Минске, и о Харькове, и о Краснодаре, и о Казани, но не могу оторваться на коротком расстоянии фельетона от одного Баку.